Всем привет! Ну, я что-то опять запустился, все мы... Сейчас мы находимся на баскетбольной площадке, будем сейчас играть просто... Кстати, со мной Майкл и Майки. Вы их уже видели где-то. То есть все, школа закончилась у нас. Вчера, между прочим, не успел видео даже про школу записать. Привет, Russia. From America. Короче, мы приехали совершенно на другое место. Это... я не знаю. Обычный стадион, короче. Короче, мы приехали на еще одно совершенно другое поле. Я не знаю, нахрена мы это делаем. Нахрена мы ездим от поля к полю. И, в общем, сейчас будем играть здесь теперь. Сейчас мы уезжаем к своим друзьям. Я поеду. И посмотрите, что у меня есть, ребят. Это Ford Mustang 2015 года. Не в стоковом состоянии. Он немножко заряжен. Я на самом деле был сегодня так рад. Никогда не мог подумать, что обычная машина может подарить столько... радости, только счастья. И этот запах нового салона, я не знаю, меня, наверное, поймут немногие. Просто даже сидеть в нем, это такое наслаждение. На самом деле, такое наслаждение. Ладно, давайте его заведем. Заводится при помощи кнопки. Давайте его просто обойдем сейчас. Я прям чувствую, как автомобиль сам начинает шататься, знаете. Такое ощущение, как будто его прям на самом деле от мощности его просто трясти начинает. Вот эти вот ощущения, они вообще просто непередаваемые. Ну вот я уже приехал, я думаю, вы помните этот дом, и он знаком нам всем. Это моя подруга опять, Ашин. Вау, олень! Олень вышел! Олень под музыку так офигенно, знаете. Я не знаю, что он хочет. Короче, этот олень какой-то отморозок. Ему вообще пофиг. Давайте выйдем из машины. Пойдем ему привет скажем. И как вы можете догадаться, я опять у нее дома, опять в подвале. И смотрите, что мы накупили. У нас завтра будет бал. И после бала, получается, мы отправляемся во всякие дома, там, виллы, то все. Мы лично арендовали виллу. И, получается, там будем тусить несколько дней. И то, мне кажется, это не все. Это только половина. What are we supposed to say? Is it going now? Alright. Yeah, it is. В общем, короче, мы устали уже. Мы только что ходили, и он дрифтил, и было очень здорово, и было очень круто. Это было на протяжении нескольких часов. По-моему, придется менять резину. Так или иначе, было круто, и сейчас дома у них побыли. Побыли дома немного и... пообщались там на разные темы, тем более завтра же бал, и мы будем... Пью! Кактила! I'm not saying this one. Say it. Пакаши сиски. Да? О, нет. Нет! Пис. Sync has connected your phone and is reminding you that 911 assist is set to off. Небо вообще такое светлое, хотя сейчас уже ночь. Доброе утро, народ. Что такое желтый на камере? Боже мой, как будто желтухой заболел. Сегодня день, когда у меня будет бал, поэтому сегодня мне нужно сделать кое-какие дела. И сейчас я еду в банк, в общем. Ну зачем нужно ехать в банк? Ну чтобы его грабануть, зачем еще? А потом я даже не знаю, что будет. Короче, всем привет, бал уже прошел, в общем, там особо ничего не происходило. Ну, то есть происходило, было интересно, было здорово, но, в общем, проехали. Я не мог просто достать камеру и снимать, понимаете. Сейчас еду, знаешь, уже час, больше часа, полтора часа еду. Да фокусируй на меня, ты ублюдина. Я не знаю, куда я еду. Я проехал только что, я в гору, по-моему, ехал около 30 минут. В гору, вы представляете, там извилистая дорога, я прям охренел. Сейчас я недавно только что проехал какой-то полумертвый городок, который давным-давно был забыт богом. И не совсем уверен, куда вообще меня эта дорога приведет. Мне дали адрес, и я еду, я машин не вижу никаких, никаких людей не вижу уже на протяжении минут 20, наверное. Я не знаю, это очень странно. Может быть, все-таки меня этот путь куда-то приведет. Посмотрите на GPS, вы видите его? Везде леса, везде гребаные леса и одна дорога всего лишь. Этот городок, который я только
только что проехал, он был на самом деле такой жутковатый, там никого не было. Кое-где горели фонари, но это и все. Ладно, мне говорят, что поверну здесь и посмотрим. Это вообще мертвое место, здесь дорога убита. Блин, стопудово здесь какой-то маньяк. Еще Тимати поет там, нахрена я это включил, давайте это переключим все. Твою мать. Ну что за помехи такие? Ладно, это уже жутко, это уже на самом деле ни хрена не весело. В общем, я приехал и ни хрена не видно, я даже не хочу, если честно, заезжать. Мои друзья, короче, подъехали, посмотрите. Не знаю, нахрена было так близко подъезжать, пошли отсюда вон, уходи, давай. Короче, мы зашли домой. И здесь все очень странно, дело в том, что дом вообще старый. Здесь что-то отключается, что-то ломается и... Вот эта вот гребаная оленья голова, я не знаю, если ее видно. Вот она, короче. Охренеть, я даже трогать ее не хочу, нахрен надо. И там наверху очень странный вход. Наверх. То есть, я, блин, даже наверх не хочу. И какое-нибудь говно вылетит с топором на меня. Я откуда знаю? Вон там, видите, лестница? И там на чердак она идет. А чердак сам темный, там света нету. И здесь кто-то выпил это говно, я не знаю, что делать. Я надеюсь, мы не сдохнем здесь, и какой-нибудь Джейсон Вурхис не придет и не порубит нас на мясо. Короче, уже 4:30 где-то. Мы дом полностью обошли. Дом очень жуткий сам по себе. Такой мрачный весь, и я не знаю даже. Я уже сейчас... спать иду, потому что я устал, там всякие шумы какие-то все время. Ладно, я пойду спать, а то я ни хрена не понимаю что-то. Боже, это все очень старое. Короче, уже наступило утро, я поспал хорошо, мне кажется, я больше всех поспал, но это хорошо. Они заперлись в комнату, начали меня будить, я всех выгнал, потому что, ну так нормально. А, в общем, смотрите, кто к нам пришел недавно. Это Russia. It's Milan. Another day in the life, Michael Feigl's here in America. Exactly. US. Короче, дом снаружи вроде бы выглядит не так уж убого, как это было ночью. Ночью это было вообще жутко. И представьте, ничего не видно, короче, там. О, ни хрена себе! Там лестница на дерево. Стопудово здесь какие-то расчленители живут, похищают людей и расчленяют все. А домик на самом деле выглядит довольно неплохо. И вот. Смотрите, Лиам вчера. Мой друг вчера на какое-то полено наехал и как бы не очень весело. Ну, по-моему, вставят дом. Так, по сути, никого в округе здесь нету. Там кто-то все-таки бегает и наблюдает за нами, пока мы ночью здесь тусим возле огня. Поэтому хреначит бейсбольная клюшка, что-то. Я не знаю, что вообще происходит. Воды, мать его, нету горячей. Пришлось умываться холодной. Ну, я сейчас хоть посвежее себя чувствую. Сейчас мы поедем. Кто-то на моей кровати лежит. По всему дому вот такие вот двери. Я не понимаю, я их уже закрывал вот этими всякими шкафами, шифонерами. Они до сих пор открываются. Fucking going up in the attic. There. What are we doing? We're like rock, paper, scissors between you and Marco. One time rock, paper, scissors. Loser has to open it. Rock, paper, scissors, says shoot. Fuck. Open. No, let's go. No, he's like, what? You gotta do it. All you have to do is just open it. What is this? It's a mattress. You gotta move the mattress. Wait, like how big is it? It's big, so big. That's definitely a fucking portal. You gotta go, Liam. Liam, come on. Yeah, right. Shut up, Liam. Shut up. That's not funny. So scared. I don't really come want to. Come on, you need to. Come on, you need to. Yeah, I don't fucking know. You just, that's just, I was just sitting on it. Like, you can just, someone's you can just crawl over. Oh my god, I can't fucking. I mean, open that. It's so just funny. No, Ash, I'm gonna fucking up there. Oh my god. It's your turn, Liam. I don't give a shit. It's your turn. Yeah. I love it. Somebody's getting gashed. Oh, shut up! It's not funny when you say that. What did he say? I don't know. What did he say? What did you say? What the fuck are we supposed to move? Who is that dude? Oh my god! Jesus! Hey, yo, Gary! What up, my boy? Yo, it's Gary! What up, my boy? Gary!
Прикиньте, мы не знали то, что здесь комната есть. Оказывается, у нас здесь тут есть еще и бильярд есть. А мы не знали, мы думали, это дверь на выход, поэтому закрыли ее и не открывали целый день. То есть открыли только на следующий день. Ну, будем начинать играть. Я сейчас, в общем, уезжаю, проезжаю такой страшненький такой городок, знаете, тоже никакой живности здесь практически нет, все магазины как будто закрыты, и музыка веселая, на самом деле до этого была немножечко грустная. В общем, все, я уезжаю, время закончилось, я, по-моему, даже ничего нормального не заснял, ну да ладно. У-ху, побежали. Мне кажется, то, что я обязан был просто это все заснять. Посмотрите на эту красоту, посмотрите вообще на это все. Супер просто. Люди, там всякие водопады, короче. Офигенно, просто красиво. Я вот ночью сюда ехал, я этого всего не видел на самом деле. А сейчас я все это вижу. Просто красота, знаете. Такие дремучие леса, всякие скалы. Фух. И вот сама гора по себе, вы ее даже не видите конца, я уверен. Вот вы видите линию, а там еще одна есть, короче, гора за ней. Она полностью туманом покрыта. Красиво, здесь очень красиво, мне нравится. Еще, смотрите, где я еду, да блин. Представляете, так комфортненько, комфортно, уютно, так спокойно взять и ехать по таким местам. Это же просто супер.